Всем привет, друзья! Собираем Сан Саныч сегодня кидать поисковой магнит на 600 килограммов. Одели ему он рваненькие брючки такие. Покажи, Санька, какие у тебя красивые. Пойдем. Все, пойдем сейчас. Пойдем кидать. Пойдем еще надо игрушники взять, перчатки. Плащ возьму, просто одену. Я могу. Магнит-то твой забыл, да. Маленький магнитик у Саньки. Сейчас хотим с моста покидать. Покажу вам, мостик такой интересный есть. Покидаем. Обзор надо сделать, показать обзор местности. Вот такой вот обзор местности тут. Санька тут красавец стоит. Шапку уже все рукавицами. Не видно. А, не видно тебе? Ну ладно. Стой, ложись сюда пока. Не торопись сейчас, подожди ты. Сейчас я свой достану тоже. Санька, он уже тут железо ловит. Ну, гвоздик сюда не ложи хоть, а то машина поедет. Куда? Ну ладно, давай лови, сейчас я уберу его. А ты его увидишь, так кидай его просто сюда. Во. Смотрите, Санька, летающий, неопознанный летающий объект. Смотри, балдик! Вот это да, паяльная лампа. Кстати, была, наверное, хорошая еще паялочка, да? Выкинул ее. Фу, там еще бензинбулька. Проволока привязана была, где-то, наверное, со снегохода, может, отвалилась. Замотанная была. Проезжали мимо саней, вручью ехали, и снег упал. Давайте дальше смотреть, что тут интересно. Ух ты, ёлка. Сам туда не вернись. Паяльная лампа. Да-да. Опа. О. Видел, Санька? Ой, еще какая-то деньга тут прилипла. Нифига себе. О, какая. Че себе. Орелище. Ух ты, блин, не снять-то никак ее. Ладно, сейчас сниму. Давай, у Саньки тоже монета. О, смотрите, у Саньки тоже монета прилипла. Ну, только вот. Не могу сотрать. Молодец, я тоже не могу, сейчас сдерем. Большую голову. О, у Саньки какое кольцо. Молодец, сейчас снимем. Подожди пока, перчатки одену. Короче, у Саньки получилось, у меня 2 рубля, а у него рубль. Куда-то их положил. А вот. 2 рубля и рубль. Все тут находочки, да? Да. Тут железо полно. Тут полно всякого. Что вот только что интересно, чего тут есть? О. Типа новый спал. Тяжелая вещь. Идешь туда. Мне за тобой надо будет нереально. За что? Там какая-то штука. Знаешь что? Там какая-то штука. Ты сюда-то, надо туда. Так тебе вот.
там, знаешь что? Там как будто какая-то либо кольцо, либо что-то другое. Ну. Там какая-то вещь. Давай, где? Давай, тяни, тяни. Меньше болтовни, больше дела. Сейчас ты у меня получишь. О, опять что-то есть. Ну какие тут штучки. Потихонечку. Сейчас прочистим ручей, будем воду пить эту. Потом. Когда-нибудь. Саньки на маленький магнитик тоже вот такая ловится. Есть. Штучка. Хотя тут побольше. Давай кидай твой. Не твоя. Нет, завтра я точно сюда приду на целый день. По 2 часа буду кидать. Сегодня уже в баню надо на вечер. О, смотрите. Какие тут гвозди тяжеленькие. Вот и что я поймал. Ну кинь ее, подожди, я что-то тяну, Санька. Опа. Что это? Это затычка. Что за затычка? Это какая-то маленькая полочка. Очка. Железная. Она железная. Да, она железная. Опа, смотри, Санька. Механические схемы. Механические схемы. О, какие тут. Смотри, туда не нырни хоть. Что-то да, еще и веревка. Что тут веревка у нас? Какая веревка? Что-то есть. Что-то, Санька, тоже цепилось вроде как. Что-то ржавое такое. Подобие такого вот. В 60-х, 80-х годов, то есть 40-х может, да, Санька? Опа! Что такое тут? Смотри, Санька, какое. Опа! Вот это да. Папа, проволока. Так у меня еще какая-то банка. Крючки забыли на маме позвонить, чтобы крючки приволокла. Да, Санька? Да. Но откуда такая? Резонатор с глушака, наверное, какой-то. Вот оно. Вот оно. Доска и... О, какая. Крюк. От столба. Ничего себе, молодец. Ну, Санька поймал маленьким магнитиком. Такую. Не замерз? Нет. Баня топится, сразу в баню пойдем, Саньку. Будем париться веником? Нет. Нет, тепленько. Веник, греться будем, да? Тепленькой водички, я... Тепленькой водички будем, да. Это, давай, это у тебя... Давай. Это знак какой-то, что железнодорожный. Нифига, Санька. Смотрите, Санька, какой знак выловил. Железнодорожный знак. Да куда? Перекресток равнозначных дорог. Да! Равнозначных, а просто перекресток. Вытягивай! Это да. Да вот это
Главное не магнитом, а веревкой зацепило. Хорошо. А, веревка. Ну и магнит, и веревка потом перешла. Вот, четко. Киска вам пришла. Мяукает. Киска, киска, иди мышку лови. О, Санька опять что-то тянет. Тихонечко, сейчас застанут, стой. Киска думает, что мы рыбу ловим, да, и пришла сразу. Под мост уводит. Скоба. Что тут только нету под этой воде. Что в воде тут только нету, да? Крючоки. Всего. Медный мотор бы выловить какой-нибудь, килограмм на 50. Уже море открылось у нас посередине, по бокам еще лед стоит. Лодку не спустить, чайки вон уже орут во все горло. Опа! О какой! Скобень! Кстати, кусочек такой похож на царскую монету, может она и была. Не. Такая, да? Шляпа. Ох, скоба это прилипнет же. О, Санька выловил мотор. Ну-ка, нифига себе. Знаете, что такое? Что-то тяжеленькое. Я попытал счастье, не отпускал да, ее. Да, он весит нормально, килограмма два точно. Да. Такой, ух, да. Полтора, наверное. Ну, с генератора или со стартера, внутрь, ротор, короче, называется. Это ротор. Все, иди кидай дальше. Опа. О, ключ, смотри. А, гаечный ключ. Гаечный ключ. Вот такие мощные ключи были при СССР, что не свернешь их вообще, наверное, никогда. То, что сейчас. Магнит потихоньку канавку разрывает, и получается, что с этой канавки постоянное железо, хоть сколько тут дней можно кидать, в одном месте. Все время что-нибудь прилипает, но все меньше и меньше, конечно, и меньше. Ну, находки, я думаю, тут будут всякие интересные. Опа, так что, друзья, подписывайтесь на канал. В группу вступайте, ссылку я оставлю в описании. О, что там? Батарейка. О, батарейка. Санька батарейку выловил. Батарейка, она вообще окисляется столько, что портит воду конкретно. Молодец. Объявляю тебе благодарность. Я очистил воду. Ты очистил воду, молодец. Батарейка очень долго разлагается. Там, не знаю, 50 лет, наверное. И за это время выделяет все вот это вот. Кислоту помнишь, свою. Помнишь, ты максимальную батарейку ставил на камеру? О, что-то есть. Помнишь? Железячка. Вот эта батарейка стояла давно-давно. Ну, не это именно. Ну, какая-то там была зелененькая, я помню. Сельдинки плавают. Я понимаю.
бечевка пошла. Так, это маме позвони, чтобы мешок приволокла. Там мама идет. Хватит, мы сегодня часик покидаем. Колбасы несешь, кошку уже собаки угнали. Вон она на крыльце, позови. Лёхина кошка. Лёхи, ну положи вон туда, вон на самый кончик положи. Смотри, папа! Смотри, ну... На камеру. О, какая. На, пакеты. Маленький блогер на камеру. Ты уже весь сырой. Давай, соберем, ты хоть мешок какой-нибудь несешь. Я в чистой куртке. Ну, соберем что-то. Проходим в войну. Аккуратно, ой, вон тут сколько. Яков. Уже наловили. Да. За 15 минут. Смотри, паяльная, это, паяльная лампа даже. Старайся. Мелочи хотя бы накидаем тебе в один мешок, да? Накидайте. Сейчас уже. Где, говорит, взяла, там и оставь, да? Ну, где мешки пустые брала, туда и положить. Полный только, да? А вон микрушник стоит, тут 100 метров. Тихонечко. Так тяжело, тут 10 килограмм, это ведро воды. Что, с этой стороны? Показывай. Ниже, ниже, видишь, где низ? О, все, молодец. Туда и дальше. Раз, это хороший улов. Хороший, хороший. Отличный улов. О, сейчас еще мешок набьем и домой тоже. Посмотрим, что тут еще у нас есть. Что, нет, давай, кидай твой. Отходи с веревки. Опа. Два магнита и противогаз. И противогаза кусок. Твой, твой. О, два магнита слиплись. Все. Хана. Опа. Отцепим. Давай. Кидай. Ну, Саша, что ты? Надо руку отпустить и все. Надо закинул. Маленький комарик. На-на-на, колбаску. На. На, колбаску. На. На колбасу. Надо положить ее сюда, просто она сама скушает. На. Киська, киська. На колбаску, на. О, все. О, схватила ее вперед. Как мышку. Планета. Санька увидел, попадаешь, сразу закинь. О, ложка.
тыкал. На вилку нанизывал огурчик. Ой, сколько тут железа в ручье. Ой. О, машина проехала. Все. Кидаем дальше. Смотрите. Опа. Вот это да. Опять алюминий. Это уже алюминий, просто он за болт присобачился железный. Стульчик. Тоже покидаю, но еще по всему радиусу моста. Ну, Сан Саныч кидает. Давай, тяни. Я еще в другую сторону кину. Молодец, молодец. Ты сегодня молодец. Он хоть дома теперь нормально ведет себя, потому что знает, что со мной за магнитом, с магнитом кидать идти на ручей, он хоть слушается теперь, да, Санька? Да. Подойдет к папе, погладит, говорит, обнимет, говорит, возьмешь меня магнит кидать? Я говорю, возьму, возьму. Как будто подменили сразу его. Вот нравится ему как, а? Не балуется уже дома, да, Санька? Хороший мальчик. Там уже баня готова. Давай, Тим, далеко-далеко. Серёжка, ходи тут. Очень далеко. О, туда. Опа. О, так и не будут ребята тут приставать. Что тут уже ничего такого нету особого. Один мешок Наталья утащила. И вот мы тут еще наловили. Я говорю, что тут надо еще когда это все запихать в этот мешок. Нехило, да? Часик половили тут. Полтора, наверное, часик. И киска тут у нас, да? Киска у нас. Киска. Боится уже все. Труба скидали, скажи. Чего у вас бояться? О, все равно. И костяную пару. И вот ладно, давай, будешь. Молодец. Прощайся с ребятами. До завтра скажи. До завтра, пока-пока. До завтра, пока-пока. Ой, какой ты, скажи по-нормальному. Что ты? Как хулиган, мальчик. Только так хулиганы говорят. Скажи пока. Пока. Все. Это я выловил. Конечно, тоже все. Нет, на камеру. Подальше от Христа. Христа ради отойди. Положи эту ржавчину. Денежки еще. Три рубля. Палец.
Обойди с этой стороны мой. Это красиво? Красиво будет потом, когда сломаешь дорогую вещь. Будет тебе красиво. Я и говорю, мне тоже. Я говорю не по твою вещь. Я говорю по вот это. Я-то откуда знаю? Ты там ходишь, как будто специально. Хочешь заломить. Я же не знаю, про что ты говоришь. Я вижу, что ты все ближе и ближе туда. Выйди, выйди с воды оттуда, выйди. Мне надо, Сашенька, наблюдать постоянно теперь за тобой. Наверное, придется тебя дома оставлять, не брать. Я же не вижу железа, где ты. Потом смотришь, тебя нет, а ты уже плаваешь кверху спиной там где-нибудь. Отойди от камеры, говорю. Видишь, у меня камера записывает. С ребенком, друзья, это вообще... Это надо маму брать, чтобы она постоянно под контролем держала. А я не могу справиться. У меня не хватает нервов просто. Просто нервов не хватает. 6 ему лет, еще маленький. За тобой надо глаз да глаз. Что глаз? Надо тебе маленький ошейник купить и на руке за тобой на экране наблюдать, где ты есть. Я шучу. Сынок, я пошутил. О! Как будешь? Как? Вот так вот. Тебя еще на шею надо, да? Как получишь? Все. Тут немного, 7 килограмм примерно, но с этим десятка будет, наверное, со знаком, да. Мама, мама уже ушла. Давай. Жди меня там. Вот так. Еще вот дотащил, у нас уже мешков куча. О, раз, два, три, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это пустые мешки, там сетки у меня не перебранные, чуть не выкинули на свалку вместе с мусором. Очень скоро, ребята, поедем сдавать на приемку. Сейчас побольше накопим, тут уже примерно, скажу, около 200 килограммов. Потом я перевешу еще, и все будет пучком.